Всем привет! В этом видео хочу поделиться с вами информацией о том, как можно на секунду быстрее перезаряжать оружие. Любое оружие с любым магазином быстрого доступа, увеличенное, увеличенный быстрый доступ, неважно. В любом случае вы перезаряжаетесь на одну секунду быстрее. Смотрите, если вы стреляете весь магазин с автомата, то перезарядка происходит вот сколько времени. Но если оставить в автомате несколько патронов, ну там даже хотя бы один, если у вас получится их зажать, чтобы остался один патрон, то в таком случае перезарядка происходит намного быстрее. Да, я считаю, что это намного, потому что одна секунда в этой игре может поменять многое. Смотрите, даже без таймера визуально видно, что если зажать не весь магазин, оставить там пару патронов и перезарядиться, то продолжать стрельбу ты можешь намного раньше. И это очень сильно поможет при зажиме по движущимся целям, по машинам и не только. Вот, к примеру, те же зажимы, те же условия, только обычный увеличенный магазин на калаше. Как мы видим, разница целая секунда. Это огромная разница. Лучше не дострелять патрон 2 и вести огонь на секунду раньше. Это работает не только на калаше, это работает вот и на М-ке. Это работает на любом другом оружии, на ПП-шках, на всем-всем-всем, ну кроме арбалет. Так везде вы можете не дострелять патрон, перезарядиться на секунду быстрее и стрелять дальше. Если видео было полезным, лайк на видос. Всем спасибо за просмотр. И привыкайте к таким мелочам. Это очень полезная вещь. Очень сильно помогает тащить. И реально эта секунда, это большая экономия времени.